Друзья, ну а это новость для тех, кто ищет для себя двухканальный мощный широкополосный усилитель, как, к примеру, Pride FR2 по 1500, и при этом, чтобы был такой же мощности и по цене в два раза дешевле, мы с радостью вам предложим от компании AMP двухканальный усилитель от серии Калибр 2 по 1700. Он мощнее, при этом еще будет на 200 ватт на каждый канал, нежели чем тот же Pride. Значит, в 4 Ома данный двухканальный усилитель может по 800 ватт, если брать в 2 Ома, то по 1000 ватт, но в 1 Ом, друзья, по 1700 ватт. Спокойно можете запитать им сабовые динамики, либо же кучу эстрадных динамиков. Данный усилитель выглядит вот таким вот образом. Великолепная, друзья, сборка. Это уже проверено. С одной стороны, все необходимые настройки на нем. С другой стороны, входы в терминалы под силовой провод. Спокойно можно запихать сюда 50, а то и больше квадратов. Также зажимные терминалы под акустический провод до 8 гейдж. В общем, все здесь, в принципе, понятно, просто и удобно. Имейте в виду, в два раза дешевле, чем тот же Pride FR. И при этом мощнее. AMP серия Калибр.